приобрести новую одежду к зиме, школьные принадлежности, оказать помощь в санаторном лечении. С такими просьбами к работникам участковой социальной службы обратились химкинские семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Соцработники провели круглый стол, на котором обсудили все потребности горожан. С каждой семьей работают индивидуально. Многие родители нуждаются в материальной поддержке. Кому-то помогают с трудоустройством и проводят ликбез по житейским вопросам. Многие педагогически безграмотно, юридически безграмотно. У многих интернета нет, не могут войти. Требуется зимняя одежда, у кого-то обуви нет, у кого-то теплых вещей нет. Далее планируем организовать либо какую-то благотворительную акцию, либо привлечь общественные организации, опять депутатов и неравнодушных жителей, которые будут помогать собрать детей к зиме. Помощь нуждающимся семьям в Химках организована в рамках партийного проекта «Единой России. Крепкая семья». Сегодня работники социальной службы помогают более 70 семьям, но их количество постоянно меняется. Родители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью через Химкинскую комиссию по делам несовершеннолетних или социальную защиту городского округа.